Ну что же, я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчак и должна сказать, что я и сама стала жертвой ее бесстыдства и просто полнейшей бестактности, невежества, пустив ее на порог своего дома и увидев все то, что она потом сотворила и какую подставу устроила, порывшись моим, как говорится, нижним бельем в моих тумбочках и в моих вещах, и не только в этом. Но я должна сказать, что вообще тот факт, что Ксения Собчак сделала и делает себе имена и имя на скандалах с публичными известными людьми, это все идет еще издавна. Но мне кажется, что все-таки надо помнить, что публичные личности, известные люди, которые славятся своими достижениями, они свое имя создавали годами труда, ежедневного, многочасового, многолетнего, а просто брать и хайповать на этих людях, их именах, ну это просто, это низко, бестактно и просто бесстыжно. Поэтому я считаю, что этому какой-то предел должен быть. И привет Сергею Шнурову за то, что он не оставил безразличным.